Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор 15-го каталога Faberlic. Он будет у нас с вами трехнедельный. Наконец-то долгожданные новинки, подгузники и новая детская линейка. Ура, 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 ура. Еще в конце каталога очень крутая акция. Давайте смотреть. С первых страниц у нас с вами новиночки. Здесь пока нет салфеток. Меня это очень огорчает, потому что салфетки тоже нужны. Цены вообще нормальные, прям адекватные. Шампунь и гель для душа 1+. Нежный детский гель для очищения 0+. Объемы по 200 мл, то есть все отлично и здорово, что с дозаторами. Да? Средства для купания малыша, травяной сбор. Ну, наверное, как был в предыдущей линейке, будем смотреть, что за душка и так далее. Все обязательно возьму, все с вами протестируем. Хочу все. Без СЛС, парабенов, красителей, отдушки. Даже нет отдушки. Представляете, посмотрим. Экстракты трав с успокаивающим действием. Ну, у нас в предыдущей линейке было похожее с вами средство. Да? Но смотрите, шампунь-гель для душа 1+. 159 рублей со скидкой консультанта вообще с 26%, если 110 рублей. Вообще красота. Слушайте. Так, дальше. Бальзам для малыша и мамы. Очень интересно. Это, наверное, такая маленькая баночка, я так подозреваю, как в линейке Love. Посмотрим. Мультифункциональный, смягчает, питает, сухость. Здорово. Детский крем под подгузник 199 рублей. Да, у нас 50 мл. Бальзам 75. Крем под подгузник. Детское мыло для ухода и массажа. Даже мыло, представляете? Шелковистое, легкое масло. Детское масло, господи. Детское масло для ухода и массажа. Масла у нас с вами детского не было. 0+, 75 мл. Обязательно тоже возьмем. Классно, здорово, вообще просто потрясающе. Давно ждали, дождались. Дальше у нас с вами подгузники. Девочки многие в комментариях называют памперсы. Многие так привыкли, но памперс – это производитель. Да? А подгузники – это все подгузники. Не путайте. У нас с вами подгузники, а не памперсы, которые называются Ума. Да, у нас трусики. Миди троечка, Макси четверочка и Джуниор пятерка. У нас пока скриз четвертый размер, поэтому будем брать такие с динозавриками. Блин, она их жутко так боится. Ну ладно. Динозавриков я имею в виду, да? Так, анатомическая система. Я хочу именно трусики. Мы давно не пользуемся подгузниками именно, да, поэтому хочу трусики. Запатентованная анатомическая формула трусиков. Здорово. Поэтому я вот на подгузнике вам, конечно, отзыв дать не смогу, потому что ребенок скачет давно. Да? С 1999 это 46 штук со скидкой консультанта, 1350 где-то с моей скидкой я считала. А за 46 штук это такая вот сейчас средняя цена. Я, конечно, сейчас беру подешевле. Я беру за 1100 где-то в среднем 70-80 штук. Да, поэтому, ну, это средняя цена, есть гораздо дороже очень много, а по такой цене, ну, она обычно считается, но есть и подешевле, как бы, да, защита от протеканий, индикатор влаги, мягкий дышащий, очень здорово, это у нас двоечка, как раз вот для самых маленьких у нас с вами, 70 штук, 2400, то есть где-то у нас с вами минус 600 рублей, если скидка 26%, да, это... 1800 приблизительно они со скидкой выйдут. Можно взять дешевле, да, вот можно взять дешевле, но это обычная такая средняя цена. Впитывают до 400 мл. В общем, будем с вами проверять, будем сравнивать, опыт есть, поэтому, да. На время года и мамочкам, вообще всем рекомендую запасаться кремом Love. Он мне нравится очень, гораздо больше, чем универсальный бальзам-концентрат. Ну, это кому что подходит, опять же, да. Сухость, но ура убирает. Он написан 3+, для всей семьи. Но я Крис, и в прошлом году ей еще не было года, мазала сухие места. Вот почему-то зимой у нас так было. Ну, может, из-за отопления, может, вообще просто кожа сохла. Смотрите, вот эта линейка 14+. То есть все абсолютно можно деткам, подросткам 14+. Love вообще классная, достойная линейка. Так, поехали дальше. Стартовая программа. Не забываем про нее, да. Если хотите получать подарки, то заказы должны быть как минимум на 2500 по ценам каталога. То есть ваша цена, она будет гораздо дешевле. Подарочки классные, собрать их можно. Карандашами пользуюсь с удовольствием. Они крайне нестойкие, но все равно пользуюсь, все равно нравится. Смотрите, у нас появляется с вами новинка в серии It's Clear. Это жидкая кремовая помада для губ. Smoothie Lip Cream 4 мл, легкая текстура, эмульсия. Она у нас будет сразу с вами как бонус за покупки 249 рублей. Жидкая помада для губ, напитывает губы энергией витаминов. В основе 50
процентов органического сока апельсина, лимона и вишни. Здорово. Оттенки все такие сочные. Нюда, мне кажется, здесь не будет совсем. Вот на модели какой у нас с вами оттенок? 65, 90, нет. Помаду 405-50. Вот это малиновый финиш. Очень яркий, я даже не знаю, какой брать. Шоколадный мусс вообще в каталоге сиреневый, слушайте. Я прям растерялась. Скорее всего, это будет землянично-банановый коктейль, потому что он более-менее такой нейтральный. Правда, шоколадный мусс, он в каталоге, он сиреневый, девчонки. Фокус. Ага. Вот это, да, как бы шоколадный мусс. А вишневый шейк коричневый какой-то, я не знаю, может быть, я дальтоник. Дальше новиночки. Масло баттер для кутикулы и ногтей. Класс, супер, замечательно. Мне кажется, можно и для губ такое использовать. Смотрите, состав шикарнейший. 6 ценных масел. Мгновенно тает на коже, быстро впитывается. Проверим. 7 мл всего, цена прям совсем не бюджетная. Я вот такую штуку для губ хочу. Подойдет, думаете, девчонки? Мне кажется, подойдет. Ну и для кутикулы, для ручек тоже. У нас с вами холодное время года. Все, надо питать, все надо увлажнять по максимуму, да? Поэтому будем брать все новиночки, будем с вами тестировать их помадки. Пока масочных режимов вроде практически нигде нету, поэтому можно смело выбирать любимые и красить. У нас тут тушь с вами новая была, я помню. Ну, не новая, а перевыпуск. А тушь, главная роль, еще как-то я забыла называется, а ваш Оскар, да, и главная роль. Перевыпуск такой супер объемный. Возьмем, да, какую-нибудь, посмотрим, не изменилось, не изменилось. Я любила его раньше. Я как-то вот одно время, по первости, когда только Faberlic пришла, я брала эти туши. Мне нравились они, просто сейчас от First Class совсем не хочется уходить. Шикарные. Девчонки спрашивали, придет ли интересно в таких же красивых, господи, сумочках, как назвать-то, потому что эти туши, они были в красивых таких бордовых чехольчиках, вот, таких как велюровых, да, бархатных. Посмотрим, закажем какую-нибудь, не знаю, какую заказать, на первый взгляд они вообще одинаковые. Супер объемные и моделирующие тушь для ресниц. Посмотрим. Не знаю, какой-нибудь возьмем. Если не зайдет опять, что вот с ней делать? Ну, ничего страшного. Надо же потестировать. First Class все-таки, она вот, на мой взгляд, лучше. Но, опять же, для тех, кто любит эффект хлопай ресницами и взлетай. Никак не возьму фиксатор. Может быть, в этом каталоге возьму фиксатор для макияжа, чтобы вот эти карандаши лучше держались. Девчонки, кто уже приобретал фиксатор для макияжа, расскажите, действительно ли делает макияж более стойким. Очень интересно. Просто он не очень тоже бюджетный. Деньги на ветер выкидывать совсем не хочется. Серия Океанум классные цены. Здесь можно брать наборочками. Вообще серия хорошая. Но по мне она очень похожа на серию Weekend. На моем лице, по крайней мере, она так работает. Поэтому как бы я не вижу смысла переплачивать. А так она очень хорошая и достойная. А единственное, чего нет нигде, ни в одной серии, девчонки, это мист. И как раз наборчики идут с этим мистом. Мист шикарный, мист великолепный. Он круто работает на теле, он круто работает на волосах и на лице. Он здорово увлажняет, он не утяжеляет. Он как-то, не знаю, не питает, нет, отнюдь не питает, он легкий, достаточно классный, ну, в общем, он очень мне нравится. Румянец, что ли, после него тоже какой-то легенький такой есть, кожа выглядит свежей, в общем, очень нравится. Вот тут два набора как раз, крем для лица плюс мист и эликсир плюс мист, вот такие цены. Со скидкой консультанта, в принципе, выйдет нормально, а один мист у нас с вами пока дороговато. Пока дороговато. One Week Miracle сейчас тоже можно рассматривать на холодное время года. Вот такой наборчик будет по привлекательной цене. Вообще серия тоже не бюджетная, но очень-очень рабочая. Так же, как и гиалуронку, можно доставать запасы. Девочки просили отзыв. У меня на кремы в начале лета и весной, когда только серия появилась, да, не было никаких высыпаний. А в августе вот на увлажняющий тоник для лица у меня появлялись подкожники. Девочки писали, у них тоже появлялись. Я сейчас заново достала ее, уже холодное время года, и начала пользоваться его тоник для лица, да, и высыпаний нет. Пока подкожников вообще ни одного нет, неделя где-то точно прошла. Поэтому пробуйте заново, может быть, сейчас зайдет, потому что серия действительно рабочая. Плохо, конечно, что там есть комедогенные какие-то препараты. Что-то комедогенное в составе, это, конечно, плохо, но, тем не менее, она так круто работает на лице, она такая бюджетная, но так круто работает на лице, и лифтинг, эффект увлажнения, вообще все супер. Биоглов серию тоже рассматриваем на холодное время года, потому что там витамин С, она антивозрастная, она хорошо очень увлажняет все продукты. Global Oxygen вообще круглогодичная серия, линейка. У кого сохнет в холодное время года кожа в Т-зоне, да, наносите тональный крем, а его на лице видно, надо хорошо кожу очищать, а потом ее хорошо увлажнять. Я в свое время, когда только пришла в Faberlic, спаслась вот этой серии.
кремы кислородное сияние, вот эти вот такие вот, они как-то малиново-фиолетовые, да. Вот эту всю серию использовала, очень хорошо очищала, скрабировала лицо, отшелушивала и так далее. И потом вот это, они очень питательные. Если у вас сухая кожа и сохнет кожа с наступлением холодов, присмотритесь, очень, ну уже не очень бюджетная, ну достаточно бюджетная со скидкой консультанта. Видите, она как-то подороже, потому что холодное время года и актуальные товары становятся дороже. Я обновила свои ощущения по поводу двухфазного средства для снятия макияжа. И не буду я его больше брать, сейчас объясню почему. А так на эту серию у нас с вами желтый ценник. Если любите, конечно, запасайтесь. Я обожаю гамаш, но он не участвует по ходу дела в этой акции. Здесь у нас скраб. Скраб мне из этой серии не нравится. Почему не буду брать? Во-первых, у меня после этой двухфазки эффект панды. То есть тушь расплывается абсолютно по всему лицу, и я стою ее тру, оттираю с век, с щек и так далее. Я обязательно в каком-нибудь влоге это все дело покажу, чтобы не быть голословной, да, это во-первых. Сейчас у меня, кстати, глаза не щипало, а изначально у меня от всей этой линейки глаза щипало. А в этом плане все нормально. И если они обычную невыдостойкую тушь First Class так размазывают по лицу, оно, вот это средство, да, то нафиг оно надо. Вербена мицеллярка, Серэксперт мицеллярка такого не делают. А здесь вроде как двухфазное средство, которое должно справляться со стойким макияжем. И такой эффект. Не-не-не-не, это не мое однозначно. Я ничего не хочу сказать. Если вы любите, продолжайте любить. Вам подходит, все замечательно. Мне не подходит. Сейчас активно пользуюсь сывороткой с коллагеном. Безумно крутецкая сыворотка. Вот очень нравится, тоже вижу от нее эффект. Эффект лифтинга, эффект разглаживания. Очень нравится, неплохая цена. На нее в этом каталоге 50% скидка, можно присмотреться. Я сначала сыворотку, а потом поверх мезоботокс, которого вот я не вижу уже в каталоге. На сайте он, наверное. Кислоты. Все, начинаем, девочки, делать кислоты. Тоже во влоге в каком-нибудь отсниму обязательно про пилинг, господи, шаг А и шаг Б у меня есть, я не беру, я пользуюсь своим кремом, да, сниму, как делать, что зачем и почему будем с вами делать. Очень люблю вот этот обновляющий лосьон с АХ-кислотами, пенка тоже очень классная, мусс суперская, но имейте в виду, она очень маленькая, здесь 75 мл, да. Вот этот крем еще не использовала, руки никак не доходят, но обязательно как-нибудь закажу, пока много ухода в использовании. Смотрите, мои хорошие, у нас будет с вами карбокситерапия, знаю, нам многим понравилось, многие попробовали впервые, девочки писали мне отзывы, что прям в восторге. 749 рублей. Вся трехступенчатая вместе с маской. Шикарная на нее цена. Запасайтесь. Советую для прям классного, крутого эффекта делать через день. Вот прям через день все баночки добиваем, и все. И ваша кожа будет в таком восторге. Эффект будет потрясающий. Новинка у нас в больших шампунях Эксперт. Мне из этих шампуней подходит только черный. Ото всех остальных, что в прошлой версии, что в обновленной, у меня дико чешется голова, поэтому я про эти вещи вам не рассказываю. А серия Salon Kia мне начала дико пушить волосы. Мне очень нравится серия Blonde Icon. Здесь маска. Маска, вот если вы хотите немножечко оттонироваться, слегка нейтрализовать желтизну, маска прям шикарная. Она очень круто ухаживает за волосами с эффектом прям такого ламинирования. Обожаю. По расческе впечатления никоим образом не испортились. Пользуюсь ей с превеликим удовольствием. Кто-то в комментариях написал, а жжет ли она волосы. Ну, милые мои, любое термическое воздействие жжет волосы. Тут, смотря какую температуру вы выберете, и пользуетесь вы термозащитой или нет, и состояние ваших волос и так далее, у меня не отвалились. Потому что, ну, глупый вопрос, мне кажется, вообще на самом деле. Кофе у нас из каталога в каталог по обычной цене, как бы ни больше, ни меньше, поэтому не запасаюсь так сильно. В следующий раз хочу взять «Добрый день». Мне как-то вот крепче и больше заходит с добавлением молотого. Хотя я и тот кофе люблю. Очень сильно, безумно прям обожаю. Готова пить день и ночь. Хотя я вообще не была, девчонки, кофеманом. Я с утра всегда пила водичку с лимончиком или, может быть, с медом. А тут вот с этим кофе стала кофеманом. Представляете, как бывает? Не, ну я пью только с утра чашечку кофе с утра. Ни больше, ни меньше. Вполне себе достаточно. Кстати, если кофе хороший, Он очень много в нем полезных свойств, даже гораздо больше полезных, чем вредных. Если у вас, конечно, жуткая тахикардия и серьезные заболевания сердца, тут надо призадуматься. А если нет, то в кофе безумно много пользы. Так, моющее средство универсальное, небольшая скидочка такая, 199 рублей, мое любимое, которое круто работает на эмалированных поверхностях на нержавеющей раковине. Я его обожаю, но у меня всегда есть в запасе. Сейчас посмотрю свой запас, проверю, если что, обязательно возьму, еще поставлю. Буду брать. Господи,
Я испугалась, прям 299 рублей гель для мытья посуды. Мы совсем, что ли, обалдели? А у нас тут с вами акция. Два любых средства по 175 рублей. У меня как раз заканчивается. Будем что-то брать, да? Два любых средства для мытья посуды. Ну, возьмем в запасик, ничего. Я думаю, опять, что ли, что-то у нас с вами подорожало? Нет, не надо. Фаберлик, все должно быть хорошо. Порошки 449 рублей. Со скидкой консультанта около 330 выходит. Нормальная цена. Кондиционеры тоже по нормальной цене. Опять желтые ценники на полотенчики. Мне не нравятся новые полотенца. Они гораздо тоньше и хуже, чем предыдущие. Мой любимый пенный очиститель для ковров. Ролик про него есть в Дзене. Обожаю прям его. Но у меня пока еще один в запасе есть. Я себе набрала, когда была хорошая цена. И хватает его надолго. Ну, хотя стрис не очень надолго, но тем не менее. Так, влажную туалетную бумагу, скорее всего, возьму немного в запас. Тряпочки по желтым ценникам. Кота побаловать возьму. По костюмчику есть обзор. Смотрите, проходите. Подсказку в конце ролика оставлю. В конце у нас с вами вкусные цены должны быть на монопарфюмы, на некоторые тридцаточки. Дезирабль красненький. Хорошо, кстати, заходит инкогнито. Женские парфюмированные гели для душа люблю. На коже аромат не остается, но все равно люблю. Гели для душа очень хорошая цена. Фаберлик вообще в магазинах гораздо дороже. Еще такие объемы 400 мл за 100 с чем-то рублей. Вообще великолепно. Морожка 179 рублей. Как бы она ни пропала, дорогая. Питательная маска 149 рублей. Обязательно возьму в запас. У меня масочки как раз заканчиваются. И Ксюшке, и себе. От нее нереально блестят волосы. Вообще серия очень нравится. Но тоже опять кому что. У некоторых вот от морожки голова чешется, а от экспертовских шампуней нет. Надо пробовать, да? То есть всецело полагаться на мои отзывы. Тоже не надо. У меня хоть более-менее универсальная кожа головы, но тем не менее, да. Масочки. Любимая моя тушь 249 рублей, но у меня две штучки уже в запасе лежат в холодильнике. И мы с вами будем брать новую лаки со скидочкой. И вот она акция, очень классная акция. Я надеюсь, что кому-нибудь повезет. Делаем заказ в период с 3 по 23 на 499 рублей. То есть за каждые 499 рублей мы что? Нам дают виртуальные карточки, судя по всему. Да. А оплатить заказ необходимо обязательно до 23 октября. Мы получаем в личном кабинете виртуальные карточки. До 13 ноября мы их активируем. То есть это период действия получается уже 16 каталога, да? И получаем гарантированную скидку по этим карточкам. У нас уже были такие розыгрыши, кто как бы участвовал, тот знает. Кто не участвовал, в процессе будем разбираться, не волнуйтесь. Активируем в личном кабинете карты, да, и участвуем в розыгрыше подарков. Вот у нас с вами теперь звездочки, да. Скидка до 70% будет в карточках на товары из каталога. Напротив каждой виртуальной карты кликните кнопку «Активировать», если вы хотите участвовать сами, и значок мессенджера, если хотите поделиться. То есть купончиками можно делиться со своей структурой, со своими друзьями, близкими, вообще кем хотите. Да? Так, и подарки распределяются 21 ноября 2022 года. Только среди тех, кто активировал виртуальные карты. В прямом эфире будет у нас с вами на официальных каналах Фаберлик ВКонтакте и Телеграм в 13.00 по московскому времени. Да? И вот какие будут подарки. 25 мультипоров, 25 тысяч рублей на счет в личном кабинете, 25 подарков таких, 25 стационарных блендеров, слушайте, вообще класс, 25 смартфонов-флагманов и 25 наборов косметики Фаберлик. Потрясающие подарки, так хочется выиграть, вы себе не представляете. Ладно, будем участвовать. Для новых покупателей, для новых консультантов у нас подарочек идут патчи. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду помогать вам, будем с вами общаться. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.